Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Политинформания», радиостанция «Народная волна Чикаго», самая популярная радиостанция на Среднем Западе США. Ее ведущие Эдуард Брумер и Геннадий Брумер. А война в Украине – главная тема последних недель. Сегодня мы беседуем с кандидатом исторических наук, профессором Пражского муниципального университета, постоянным автором обзоров мировых процессов в журнале «Индекс безопасности» Юрием Федоровым. Юрий Евгеньевич, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Юрий Евгеньевич, большое спасибо за ваше время, потому что те события, которые происходят в Украине, они, конечно, очень важны для всех, кто живет в нашем замечательном городе Чикаго, и вообще для понимания того, что там происходит для всех, кто живет в Америке. Юрий Евгеньевич, вот знаете, те, кто не занимается такой военной наукой, все равно знают одно слово – «блицкриг». Это и по фильмам, и по книгам. То есть люди, конечно, ученые. Скажите, почему в Украине провалился российский блицкриг? И вообще, на что Россия рассчитывала, когда начинала эту войну? Ну, это два разных вопроса. Понимаете, Россия – это, ну, скажем так, руководство России или верхушка путинского режима рассчитывала в короткие сроки, вот в процессе того самого блицкрига, о котором вы упомянули, свергнуть режим, свергнуть власть в Украине, поставить своих марионеток и в центре, в центральном правительстве, и на уровне областей, и превратить в конечном итоге, превратить Украину в протекторат российский, ну и провести то, что они называли денацификацией. Денацификация, как мы видим сейчас, вот воочию видим то, что происходило в Буче и в других оккупированных, в других городах и населенных пунктах на оккупированных российской армией территории. Это практически уничтожение интеллектуального класса, образованного класса Украины. Это практически то, что можно назвать депопуляцией, то есть проведение массовых репрессий с тем, чтобы подавить, ликвидировать, задушить в зародыши саму возможность какого-то сопротивления российским войскам и российским властям. Вот примерно то, что намечалось, то, о чем хотели, того, то, чего хотели добиться в Кремле. Но не получилось, не получилось. И главное, что задумывали, главным инструментом этого, достижения этой цели, была короткая, молниеносная операция, военная операция, предполагающая, что власть в Украине, весь государственный аппарат рассыпется при первом ударе российской армии, и рассыпется также система управления, система командования войсками, вооруженными силами Украины. И тогда, собственно, Украина как государственное образование, как некое такое вот нечто единое, рассыпется на ряд территорий, которые будут одна за другой переходить под контроль российских властей, под контроль ФСБ, Росгвардии и так далее. Войска не будут, собственно, особенно серьезно использоваться, но скорее так, в виде какой-то гарантии того, что отдельные очаги сопротивления будут подавляться. Примерно такой был план. И надо сказать, что этот план, собственно, становится ясным, особенно ясным сегодня, ну, в последние дни, после того, как были захвачены определенные документы вооруженными силами Украины в тех в штабах тех российских бригад и других воинских формирований, которые были разбиты вот в последние недели. И, собственно, есть просто документальные подтверждения этого. Ну, например,
были найдены листовки в большом количестве, в которых говорилось о том, что вот будет референдум, значит, идет референдум или надо готовиться к референдуму о вхождении Украины в состав Российской Федерации. Например, такой вот был, такие вот мероприятия готовились. Почему этот блицкриг провалился? Ну, во-первых, была очень глубокая, очень серьезная недооценка патриотического потенциала, патриотической мобилизации общества Украины и недооценка боевой способности, боевой эффективности вооруженных сил Украины. Надо сказать, что подобные оценки, ну, я имею в виду оценки способности военных, вооруженных сил Украины, армии Украины противостоять российскому вторжению, были характерны не только для Москвы, не только для российских, там, скажем, разведывательных структур. Это было характерно и для большинства западных военных разведок, но в том числе и для военной разведки Соединенных Штатов, для РУМО, потому что многие, ну, практически все аналитики американские и большинство европейских, но практически все европейские тоже, в публикациях, посвященных вот будущей войне в Украине, тех публикаций, которые появились, там, скажем, в декабре прошлого года, в январе, в феврале, они предполагали, что Украина действительно рухнет в военном отношении в течение там, нескольких дней. Споры шли о том, вот, как, сколько продержатся вооруженные силы Украины и как Россия потом будет искать разного рода наместников, гауляйтеров, политических руководителей тех или иных областей. Вот главную проблему видели в этом. И вторая была главная проблема, которая, по мнению и зарубежных, я имею в виду западных аналитиков, и я так предполагаю, по мнению и российских, ну, людей из разведки, из администрации президента и так далее, из МИДа, заключалось в том, чтобы предотвратить вспышку и массовой партизанской войны в Украине после того, как она будет оккупирована. Дело в том, что в Москве хорошо понимали и помнили вот партизанскую войну или повстанческую войну, которая шла на западе Украины, прошу прощения, после Второй мировой войны, но на протяжении там примерно 10 лет. Я имею в виду организацию украинских националистов и УПА. Независимо от того, как относиться к этим образованиям, этому политическому движению и военные его компоненты, тем не менее, факт оставался фактом. Народ Украины рассматривался в Москве как сила, способная вести длительную партизанскую войну. Партизанскую войну в лесах, если говорить о Волыни, там, Галичине и так далее. Или партизанскую войну в городах, но примерно так, как она в свое время шла в Латинской Америке под влиянием кубинцев. Значит, вот это вот очень беспокоило. Беспокоило российских военных, разведчиков, там, политическое руководство. Значит, почему провалился блицкриг? Значит, первое – это недооценка. Недооценка боевой способности и боевого духа в Украине. Причем я должен сказать, что вот в первые же часы после начала войны, где-то ранним утром 24 февраля, уже было понятно, что все политические силы Украины, ну практически все, в том числе и очень жесткие оппоненты Владимира Зеленского, объединились вместе с ним. Ну вот известно, например, об этом говорил Петр Порошенко,
что в как только стало известно о войне, он, о нападении на Украину, он договорился с президентом Зеленским, приехал к нему, они пожали друг другу руки и сказали, что вот пока идет война, мы вместе. С этим же, к этому же присоединилась и Юлия Тимошенко, и практически все ведущие политические деятели Украины и политические силы Украины, в том числе даже какая-то часть вот этой партии, объединенная ОПЗЖ, это пророссийская партия, одним из лидеров которой был Медведчук, известная такая квислинговская фигура, квислинговского типа. Но он, правда, бежал, а партия, многие деятели этой партии, которая имела определенные позиции на востоке страны, они присоединились к, вот, к войне против российского вторжения, войне против российских оккупантов. И это, конечно, было серьезным ударом по российским планам. Что дальше? Если говорить о чисто военной компоненте этой войны, значит, тут нужно упомянуть несколько факторов. Ну, во-первых, российское вторжение было в военном отношении совершенно не подготовлено. Просто планы исходили из того, что, собственно, больших сражений не будет, поэтому колонны двигались по дорогам, а нужно сказать, что в Украине в это время уже начиналась распутиться, и двигаться колонны бронетехники, военных грузовиков там и прочего, и прочего. Все может, это и тогда, и сейчас возможно только по дорогам с твердым покрытием. А колонны такого типа, они очень уязвимы для ударов сбоку. Так сказать, справа, слева. И достаточно подбить там первую машину и последнюю машину, и после этого можно с этой колонной делать все, что угодно, потому что российские отцы-командиры не удосужились, скажем, выставлять так называемое боковое охранение с тем, чтобы парировать, нейтрализовать вот эти боковые атаки. Это свидетельствует, кстати говоря, о очень низком уровне военного командования российского. Значит, это первый фактор. Вот такое движение колонн по дорогам, по шоссейным дорогам, оно сразу поставило российскую армию в тяжелое положение. Во-вторых, тут возникает и другой вопрос, понимаете. Ну, любая военная операция, она предполагает наступление такое вот первоначальное, оно предполагает сосредоточение усилий на главном направлении, оно называется направление главного удара. Но есть вспомогательные такие удары где-то по другим направлениям, главным образом для того, чтобы отвлечь силы от противодействия вот, наступлению на главную цель. А российские сотрудники генерального штаба, офицеры, генералы, они пренебрегли вот этой вот, ну, такой азбучной истиной с точки зрения военной науки и спланировали и попытались осуществить направление нападение, наступление, по крайней мере, по четырем основным направлениям. На Киев, на Харьков, потом в на Донбассе и на юге. И это привело к распылению сил. При этом, опять же, было нарушено целый ряд, ну, буквально аксиом этой военной науки, о которой говорится, ну, в первых главах любых учебников для военных училищ. Значит, нужно подготовить, войска вообще строятся по принципу там двух или трех, лучше трех эшелонов. Первый эшелон наступающих войск, вот он прорывает где-то оборону противника, но его при этом сильно несет тяжелые потери, его отводят в тыл на переформирование, на там, отдых и так далее. Затем в дело вступает второй эшелон, потом третий. Вот наступление идет такими волнами. Но этого ничего сделано не было. Основную массу войск бросили вот в первые же, вот в первую волну наступления. Их сильно потрепали, в том числе и
вот, в результате вот этих, ну, физико-географических условий, распутицы, движение по колоннам, движение только по дорогам. И, наконец, третья аксиома была, военной науки была совершенно проигнорирована. Это создание так называемого мобилизационного резерва военного времени. То есть, грубо говоря, нужно призвать военнообязанных запаса для того, чтобы вот когда наступят, а они неизбежно наступают, достаточно серьезные потери, значит, сразу компенсировать их, нейтрализовать, компенсировать, вводить в бой подготовленных солдат и младших офицеров, ну, сержантов, скажем, с тем, чтобы не допустить вот такого ослабления наступательного потенциала после того, как первые сражения будут проведены. Вот эти вот моменты, они, конечно, сыграли свою роль в том, что Блицкриг провалился. Теперь другой еще группа факторов, которые очень важны для того, чтобы понимать то, что происходит в Украине. Я бы сказал, что выявилось уже в первые же недели, в общем, подтвердилось сейчас, что российская армия, которая считалась второй по мощи в мире после американской, она на самом деле представляла и представляет собой, ну, своеобразную такую колоссальную потемкинскую деревню. То есть те огромные средства, которые были на протяжении, вот, скажем, 12-13 лет вкладывались в создание армии, они оказались потраченными либо совершенно бестолково, либо разворованы. Да, выглядело это все внешне довольно красиво на парадах, но боевая подготовка личного состава оказалась очень слабой. И техники современной, вот, модернизированной техники не было. Вся техника, которая вооружение и военная техника, которая используется в Украине, это все, ну, иногда полностью просто та техника советского времени, либо немножко модернизированная, так сказать. Но это, в общем, техника уже устарелая. И, наконец, боевой дух, морально, как говорят военные специалисты, морально-психологический фактор, который определяет боевую устойчивость. Но, строго говоря, это вопрос о том, готовы ли люди, готовы личный состав, и офицеры, и рядовые, готовы ли они не только убивать, но и умирать. Вот это вот очень важный момент. Потому что украинские вооруженные силы, они и люди, которые там служат, они защищают свои дома, свою землю, свои семьи. Они прекрасно понимают, чем грозит вот им лично, и их близким, там, и их стране, чем грозит российское вот это нашествие. И они готовы умирать за эти ценности, для того, чтобы отстоять свою страну. А российские войска, они, в общем, для них очень трудно, им очень трудно объяснить, а что, собственно, они делают в Украине. И как только вот люди, не очень понимающие, зачем их, собственно, послали не только убивать, но и умирать, они начинают, конечно, впадать в панику, впадать в истерику. Отсюда возникают вот эти вот массовые эксцессы, когда свою неполноценность какую-то, свою ущербность они компенсируют садистскими выходками в отношении гражданского населения. И вообще это вот мародерство, такое массовое мародерство, факты которого просто вот, ну, всюду встречаются, когда мы
видимо, и отступающие вот эти российские войска, и те войска, которые, те подразделения, которые выводятся, например, в Беларусь, и там стоят очереди на почте, в почтовых отделениях, которые отправляют огромные посылки с награбленным имуществом. Ну, даже вот не только какое-то ценное имущество, но там и сковородки какие-то мелькают на фотографиях, и все, что можно было содрать со стен, все это отправляется в Россию. То есть, это армия, по сути дела, это какая-то, ну, я бы сказал, такая вот полупервобытная орда, которая вторглась в страну чужую, в том числе и с целью грабежа. Такое бывало и в древней истории, но вот в современных войнах такое встречается, ну вот я бы сказал, ну, первый раз, если говорить о Европе, но такие же точно такое же поведение российских войск было и в Афганистане, советских войск было в Афганистане, и российских войск было в Чечне, где грабили все, что можно. Ну, вот такая вот ситуация. Вот это вот весь этот комплекс факторов и просчеты, и низкий уровень компетентности военного командования, его грубейшие просчеты, низкий боевой дух личного состава и одновременно отчаянное совершенно сопротивление войск Украины. И не только войск, но и населения. Потому что, ну, вот опять же появлялись на экранах телевидения и в соцсетях появлялись достаточно многочисленные, ну, видеозаписи, как там мирные жители, гражданские жители, вот гражданское население, мирные жители без всякого оружия выходили, становились цепью поперек перед движущимися российскими танками или там бронетранспортерами. И когда какие-то бабушки, значит, там отчаянно сопротивлялись и колотили российских солдат. Ну, по первоначалу, потом российские солдаты начали уже безобразничать и всячески притеснять мирное население. Но первые вот такие факты, и картины, они были, и они свидетельствуют о том, что Украина вовсе не хочет становиться российским протекторатом и готова сопротивляться. Вот я бы примерно так объяснил. Юрий Евгеньевич, мы сейчас уйдем на рекламу, и после этого продолжим наш интересный разговор. Хорошо, оставайтесь с нами, пожалуйста. Мы возвращаемся в программу «Политинформания». Ее ведущий Эдуард Брумер. И Геннадий Брумер. И мы продолжаем беседу с кандидатом исторических наук, профессором Пражского муниципального университета, военно-политическим экспертом Юрием Федоровым. А Юрий Евгеньевич, вы с нами? Да, конечно. Да. Юрий Евгеньевич, в связи с событиями в Буче, в этом маленьком городе под Киевом, давайте мы определим для наших радиослушателей, что по канонам мирового сообщества является военным преступлением, и что такое преступные приказы, чтобы все понимали, к чему идет и какое за это идет наказание, чтобы вот мы все определили, что же произошло. Ну, вы знаете, есть такое понятие в международном праве, как законы войны и преступления против человечности или против человечества. Тут по-разному можно, английский термин переводится на русский язык по-разному. Значит, суть в том, что да, во время войны, в случае военных действий, комбатанты, да, они убивают друг друга, да, но при этом гражданское население или мирные жители не должны страдать. Ну, понятно, что в
конкретных ситуациях иногда довольно трудно избежать жертв гражданского населения. Но, тем не менее, стороны должны, комбатанты, воюющие стороны, должны делать все для того, чтобы минимизировать ущерб, нанесенный жизни, достоинству, там, имуществу и так далее гражданского населения. Вот война войной, а гражданское население должно как бы, ну, максимально оставаться вне военных действий. Ну, существуют разные, так сказать, и международные структуры, которые должны вводить, расследовать эти преступления против мирного населения и определять вину, в том числе и, скажем, вот в Гааге, так называемые, существует несколько судебных таких инстанций, которые имеют право, кстати говоря, выносить серьезные приговоры тем деятелям, которые отдают приказы, скажем, или тем или иным образом, значит, совершают вот преступления против гражданского населения. И это особенно было актуальным для европейцев после того, как после войн в бывшей Югославии, там была целая серия войн, и в конечном итоге ряд сербских, в том числе, но, правда, и хорватских тоже, значит, сербских военачальников разного уровня попали под трибунал, международный трибунал в Гааге, и бывший президент Югославии Слободан Милошевич, который был, он, правда, не дожил до приговора, он умер там, в тюремной камере во время периода процесса, но, тем не менее, он был обвинен в том, что он отдавал преступные приказы и политические директивы, которые приводили к тому, что, значит, население мусульманских регионов бывшей Югославии, это и в Боснии и Герцеговине, и в Косово, значит, они страдали от действий югославской армии и югославских органов безопасности. В том числе были и случаи массовых убийств сербскими военными. Вот население босняков, то есть это мусульмане, ну, славяне мусульманского вероисповедания, живущие в Боснии, и косоваров, этих албанского, людей албанского, с албанским языком, да, албаноговорящие, ну, албанцы, по сути дела. Значит, вот были и другие случаи, когда под судом оказывались люди, которые отдавали приказы, исполняли приказы, направленные на уничтожение мирного населения, гражданского населения, в том числе во время гражданской войны в Руанде, ну, гражданской или племенной войны в Руанде и так далее. Что такое преступный приказ? Преступный приказ предполагает, есть тоже такое понимание, что если приказ не, ну, направленный на нанесение ущерба некомбатантам, если он отдается, то офицеры, ну, насчет рядовых тут сложно, очень сложная ситуация может быть, но офицеры имеют право его не выполнять. И это вот очень важный момент, потому что, ну, военнослужащий обязан выполнять приказы своего начальства. Иначе армия не может функционировать, не может более или менее эффективно действовать, особенно в боевой обстановке. Но вот если офицер понимает, что этот приказ является, значит,
приводит к излишним жестокостям в отношении мирного населения или вообще не оправдан с какой-то военной точки зрения, то он имеет право его оспорить, не выполнять, оспорить и так далее. И вот есть такое понимание. Оно зафиксировано в ряде национальных законодательств. Но в России, правда, нет такого закона о невыполнении преступных приказов. Но, в общем, это как-то предполагается. С другой стороны, в российском законодательстве, в Российском уголовном кодексе есть статьи, ну, там, если я правильно понимаю, 353, 354 и некоторые другие, следующие. Есть даже целая глава, называется «Преступление против мира и человечества». И вот, скажем, по уголовному кодексу, по статье 353, значит, подготовка, планирование и развязывание агрессивной войны может наказываться тюремным сроком вплоть до 15 лет. И вот если посмотреть на то, что делал, скажем, Владимир Путин и высшее военное руководство российской армии, то можно с уверенностью говорить о том, что все они уже, так сказать, по российскому же законодательству, по Российскому уголовному кодексу, они уже им светит, скажем, если дело дойдет до этого, а я надеюсь, что хотя бы кто-то из них попадет под суд, значит, им светит до 15 лет тюремного заключения. Ну, вот такая вот ситуация. Юрий Евгеньевич, в последние дни, включая сегодня, Европа высылает российских дипломатов, причем в очень большом количестве. Ну, к примеру, Германия выслала 40, Италия 35 и так далее, и так далее. Эстония 15. А почему такая жесткая реакция Европы и что Европа этим самым хочет продемонстрировать России? И именно на дипломатию, почему именно упор делается на дипломатов? Ну, во-первых, я так полагаю, что высылаются не столько так называемые чистые дипломаты, то есть сотрудники МИДа, не имеющие, там, скажем, ну, прямого как минимум отношения к разведки, к различным разведкам, разведслужбам Российской Федерации, их немало. Значит, эти люди высылаются по причине того, что их действия не соответствуют их дипломатическому статусу. Но, грубо говоря, они, там, скажем, воруют секреты, подкупают политических и общественных, пытаются подкупить, иногда и подкупают политических и общественных деятелей, ведут какую-то пропагандистскую работу, совершенно не соответствует, ну, не полагающуюся тому, что ведет, то, что делают, так сказать, дипломаты. Вот. И это, естественно, является вот деятельность таких резидентур, российские разведки, легальные, они называются легальные резидентуры, но они давно уже, естественно, как и в Соединенных Штатах то же самое, российское посольство, конечно, находится под достаточно внимательным наблюдением американских правоохранительных органов, FBI и других, наверное. Так вот, этих людей массами высылают, ну, прежде всего, потому что их деятельность в условиях очень напряженных отношений между Россией и странами Европейского Союза, она, естественно, наносит ущерб безопасности этих стран. Это первое. Ну и второе, это, конечно, политический такой сигнал, политический жест, который демонстрирует российскому руководству простую очень вещь. Мы, тем самым говорят правительства европейских стран, мы прекрасно знаем, чем занимаются вот эти люди, и мы их высылаем. И будьте готовы к тому, что мы будем принимать и другие достаточно жесткие меры. Конечно, в ответ российский МИД говорит, ну а мы вышлем тогда ваших
Но им дают понять, что мы не так, чтобы уж очень заинтересованы в том, чтобы поддерживать контакты со страной, которая ведет совершенно варварскую, не просто ведет войну, а ведет войну совершенно варварскими способами. Это такой политический жест, который призван показать, что Европа, страны Европейского Союза, они настроены решительно и готовы к дальнейшему обострению отношений с Россией. И это важно, потому что одно из главных таких заблуждений Путина, которые подтолкнули его к агрессии против Украины, заключалось в том, что он был убежден, и, видимо, его ближайшие сотрудники, его ближайшее окружение были убеждены в том, что Европа все стерпит. Вообще Запад слаб, Запад изнежен, Запад не может серьезно реагировать на проявление силы, Запад находится в условиях какого-то такого нарастающего кризиса воли, отсутствия политической воли, и поэтому можно делать с Западом, особенно с Европой, можно делать все, что угодно. Европа проглотит любую наглость, любое хамство, любое проявление силы со стороны России. Но просто потому, что вот Россия готова применять силу, а Европа не готова, они боятся. Но вот это один из жестов, призванных показать, что Европа, в общем, не боится ни российской разведки, ни российской военной угрозы. Точнее, боится, но готова реагировать на угрозу адекватным образом, создавая такое жесткие, принимая жесткие меры, направленные против России. Не только в экономической области, но и в политической тоже. И вот один из таких жестов – это высылка, массовая высылка дипломатов, которые... И это, естественно, ослабляет, ну, помимо всего прочего, помимо такого политического значения этих мер, этих акций, это ослабляет возможности Москвы, возможности Кремля, значит, вести подрывную работу в странах Европейского Союза, тем или иным образом воздействовать на общественное мнение, поддерживать связи со своей агентурой, которая достаточно напичкана, которая достаточно напичкана, и какие-то там и общественные, и политические структуры, наверное, и государственные структуры. В общем, это такой сигнал, это очень жесткий сигнал, направленный Москве. Будьте уверены, мы готовы противодействовать вам во всех областях, в том числе и в области контрразведки. Юрий Евгеньевич, хотелось бы еще затронуть вопрос. Насколько вы считаете, достаточно помощи Европы Украине в военном плане или недостаточно? Ну, и Америки, наверное, тоже, да? И Америки тоже, да, конечно. Ну, скажем так, помощь Запада, да? Да, давайте. Коллективного Запада, будем так говорить. Стран-членов НАТО, давайте так скажем. Значит, помощь со стороны Запада поставками оружия. Ну, давайте, прежде всего, это поставки оружия, то, в чем просто жизненно нуждаются вооруженные силы Украины. Значит, эти поставки... Снабжение Украины современным оружием играет очень важную, жизненно важную роль в том, чтобы обеспечить сопротивление российской агрессии. И начиная примерно с января этого года со стороны Соединенных Штатов и потом со стороны европейцев, ну, прежде всего, со стороны Великобритании, в Украину начали поступать крупные партии вооружения, так называемого летального вооружения, то есть вооружение, которое может причинить ущерб, вред, в том числе и смерть, значит, противнику, но оборонительного свойства. Вот это очень важно подчеркнуть. Значит, что имелось в виду? Ну, прежде всего, эти знаменитые американские противотанковые комплексы «Джевелин»,
которые современные комплексы, достаточно эффективные, с помощью которых, в общем, и уничтожается значительное количество российской бронетехники, и от которых российская бронетехника, танки, там, бронетранспортеры и так далее, они практически беззащитны. Вот стоит человеку, ну, там обычно это расчет, по-моему, там 3 человека на пусковую установку «Джавелин». Вот стоит этому расчету вместе с пусковым комплексом на примерно на 2 километра приблизиться к, ну, к цели, к российским. Ну, обычно это скопление какой-то бронетехники. Вот, и тогда, ну, практически автоматически это все происходит. Там оператор наводит на цель, на экране он видит, как это все происходит. И дальше он нажимает курок, действует уже по принципу «выстрелил и забыл». Эта ракета летит сама собой, находит цель и уничтожает. Это очень важный был, были поставки, которые позволили армии Украины, ну, значительно остановить наступление российских войск и наносит серьезный ущерб. Со стороны Великобритании поставлялись, ну, более легкие, но тоже очень эффективные противотанковые комплексы. Уже там, ну, типа такого «Фауст-патрона», но современной модификации. Это шведская разработка, которую потом уже производили в Великобритании. Очень хорошее оружие. И со стороны Соединенных Штатов поставлялись, скажем, «Стингеры». Это средство противовоздушной обороны, с помощью которого сбивают и не только вертолеты и самолеты, но иногда сбивают также и крылатые ракеты «Калибр», которыми обстреливают украинские города и военные объекты. Ну, поставляют много чего, как я понимаю, хотя в последнее время должен сказать, что конкретной информации по этому поводу стараются не давать. Ни со стороны Украины, ни со стороны стран-доноров, потому что эти поставки, а это караваны идут просто грузовиков в Украину, они отслеживаются, конечно, российской разведкой, военной разведкой, и после того, как они попадают на территорию Украины, их стараются по возможности уничтожить. Но вот для того, чтобы не давать лишней информации Москве, ну, вот об этом предпочитают не говорить ни в Украине, ни в Европе, ни в Соединенных... Ну, в Соединенных Штатах говорят больше, по-моему. В Великобритании иногда рассказывают, что они поставляют. Но это оружие, я бы сказал, это относится к так называемому легкому вооружению. С помощью этих систем можно сопротивляться наступающей армии и достаточно эффективно сопротивляться. Но вот переходить в контрнаступление уже практически невозможно. Это оружие, ну, не может использоваться эффективно для того, чтобы проводить крупные наступательные операции. Значит, сейчас вопрос стоит о поставках наступательных видов. Что это такое? Ну, прежде всего, это дальнобойная артиллерия, это танки, это боевые машины пехоты. Очень нуждается Украина в достаточно эффективных, но тяжелых, так называемых тяжелых систем противовоздушной обороны. Но это вот системы типа американского «Патриот», хотя «Патриот» не поставляется, и, видимо, поставляться не будет, потому что требуется достаточно много времени, несколько недель для того, чтобы можно было научиться им пользоваться. А вот поставки советских противовоздушных систем из Европы, там С-300, ну, в основном речь идет о системах С-300, вот это было бы очень полезно, потому что все-таки в области воздушного, боевой авиации Россия превосходит, существенно превосходит Украину, поэтому такие поставки
поставки вот этих комплексов С-300, которые находятся на вооружении многие, ну, нескольких бывших стран, бывших членов организации Варшавского договора, советских союзников, в советский период их туда поставляли в достаточно большом количестве, вот они сохранились. И сейчас, ну, не сейчас, а несколько недель тому назад, значит, речь шла о том, что Соединенные Штаты должны поставить вот там Польша, по-моему, Словакии, еще нескольким странам своей системы Патриот, а те поставляют в Украину, передают Украине свои системы С-300. Речь шла об авиации. Опять же, вот по той же самой схеме, как советские истребители, там МИГи в основном, польские, например, МИГи, их можно было заменить, такие вот такая схема обсуждалась активно, можно было заменить на американские F-16 и передать украинским летчикам вот эти самые МИГи. Но вот администрация Соединенных Штатов не пошла на такую операцию. Не знаю почему, но объясняют, видимо, тем, что боятся, что Россия отреагирует слишком жестко на это. Вот этот момент. Теперь очень важно поставлять в Украину танки для того, чтобы армия Украины могла перейти в контрнаступление там, где это возможно. Без танков, без тяжелой артиллерии дальнобойной наступление переходить невозможно. И вот получается такая вещь, что украинское руководство, оно буквально вот, ну, не то чтобы требует, но просит, и действительно это очень нужно для того, чтобы, ну, скажем так, не допустить поражения Украины. Я думаю, что такого поражения не будет, но с тем, чтобы снизить потери гражданского населения, мирных жителей. Украина должна иметь весь комплекс вооружений, необходимых для современной войны. Но вот тут есть сложности, потому что многие европейские страны и Соединенные Штаты, в общем, довольно сдержанно относятся к этим просьбам и не спешат их выполнять. Хотя я должен сказать, что вот это чудовищное совершенно зверство российской солдатни, наверное, тоже они действовали, эти солдаты, ну, по крайней мере, если не с прямого приказа, не по прямому приказу руководства, но руководство, командиры закрывали на это глаза. Значит, вот эти факты, они как-то меняют ситуацию, и теперь сопротивление или неготовность европейских правительств, в том числе даже и немецкого правительства, германского, которое очень сдержанно относилось к тому, чтобы передавать современное оружие в Украину, вот эта позиция начинает меняться, и есть шансы относительно того, что где-то в ближайшие, может быть, недели в Украину поступит то оружие, которое необходимо для серьезных контрнаступательных действий. Ну, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Юрий Евгеньевич, у нас буквально минута осталась, к сожалению, даже пару секунд. Если можно, очень короткий, у меня короткий вопрос, у вас короткий ответ. А вступит ли Белоруссия в войну? Есть ли такие данные? Как вы думаете? Я думаю, что не вступит. Угроза была, но побоялся Лукашенко бросить свои войска. Тем более, что шансы на то, что их уничтожат довольно быстро, в общем, были достаточно велики. То есть напрямую Беларусь в войну не вступает, но предоставляет свою территорию для авианалетов, для базирования российской авиации, для запуска ракет, для переформирования и отдыха российских войск и так далее. То есть, ну вот она участвует в войне, но некоторым ограниченным образом.
Юрий Евгеньевич, огромное спасибо за это интервью. Мы надеемся, что оно не последнее. К сожалению, война, наверное, будет еще продолжаться. И вам спасибо, и мы будем с вами на связи. Будьте здоровы, спасибо, всего вам самого наилучшего. Всего хорошего, спасибо. До свидания.